Всем привет! Меня зовут Ким Александр, я учусь на курсе Frontend второй месяц. Я выбрал Frontend, потому что мне нравится видеть свою работу, так как Frontend — это именно внешний вид сайта. По сравнению с Backend ты не видишь ничего, можно сказать, и из-за этого я выбрал Frontend. Помимо этого курса я увлекаюсь гитарой, также играю на гитаре, занимаюсь немножко музыкой, также изучаю английский язык. У нас урок начинается в 4 часа. Сначала у нас идет проверка домашнего задания, кто что сделал, сколько сделали. Затем у нас начинается основная часть, изучение новой темы. До кофе-брейка у нас тема. После кофе-брейка у нас, чаще всего, задание на какой-либо купон, который дата выделяет. Под конец уже саморазвитие. Каждый урок мы делаем практическое задание. Я сделал довольно много проектов, маленьких, где-то от 1 до 3 страниц. В них есть адаптив. Это также подходит для мобильного, для планшетов, для компьютеров. Немножко анимации. Второй месяц закончился. Мы начали изучать Bootstrap. Для меня в жизни главное найти свой путь, заняться делом, которое мне очень сильно нравится. На данный момент это программирование. Дикое желание уже заниматься какими-то большими проектами, работать где-нибудь или же преподавать, может быть. Цели на будущее — это, скорее всего, поступить в высшее учебное заведение, скорее всего, где-то в Корею. Для меня самый главный мотиватор — это, наверное, я сам, потому что должно быть внутреннее спокойствие. Человек может без внешних факторов достичь всего, что он хочет. Главное — этого захотеть. Желаю всем удачи в своих новых начинаниях, достичь своего успеха. Главное — не останавливайтесь. Любые трудности можно пройти без проблем.